Звання «Молодий господар» отстоювали 21 представник Могилёўшчыны. Такі абласны конкурс праводзіўся ўпершыню, але выклікаў ашаламляльны інтарэс і ўдзельнікаў, і гледачоў. Ён таксама стаў адказам на традыцыйнае, што праводзяць прафсаюз АПК, конкурсы пахара, маладой гаспадыні і аператара машыннага даення. У Палацы культуры Магілёўскага агралесатэхнічнага каледжа горача. За сваіх прадстаўнікоў перажываюць гледачы кожнага раёна. Настаўнікі, аграномы, заатэхнікі, ветурачы, механізатары. Некаторым тут быццам і сцены дапамагаюць. Агралесатэхнічны каледж рыхтуе такіх жа работнікаў сельскай гаспадаркі. Тут как раз готовятся кадры рабочих профессий по этим направлениям. Поэтому мы тут старались все увязать вместе, чтобы была польза и от конкурса, и для общего познания. Гэта пакуль толькі візітоўкі. Аднак запалу і несціхаючым аплодысментам няма канца. Адны робяць ставку на аратарскае майстэрства, іншыя на відэаролік. Канкурсанту з гарадскага раёна дапамагае жонка. Але не тут-то было. Дзяніса Казырэнка з Буйнічаў падтрымлівае ўся сям'я. Спевы, жарты не даюць цішыні ні шанса. Впервые я встретил Дениса на заседании профсоюзного молодежного совета. Семья, любовь, работа, жизнь. Все это поможет. Все это поможет, да. Полностью выкручивается. Я понял, что полностью. Это уже наступные испыты. Хотя конкурсанту с Хотимского района на рабочем месте приходится иметь справу с помером поболей, ён тракторист с задачей справляется. Не подвел. У его районе, кажется, таких хлопцев немало. Надеянных, спрытных и готовых працовать. Самое главное наша рождаемость, чтобы было детей. Молодых специалистов побольше нужно в деревне, чтобы больше народа было у нас. Конкурсанты демонстрировали самые разные здольности. Номинации 8, призов еще больше. Что год, пообещал областный профсоюз АПК, будет ладиться такое по-соправдному свято. Бо есть на Могилёўшчыне годные молодые господары. Везде нужно работать. Но за свой район переживаешь, конечно, намного больше. Где родился, там и сгодился, как говорится. И стараемся все сделать так, чтобы было хорошо. И нам, и району. И чтобы было что оставить на будущее детям. Олеся Рыбалка, Виталь Вопцев, новини региона.